Время хранительных теорий. Как я и обещал, почти сразу после разбора квеста выйдет теория, которая, возможно, расставит все точки над «и». Если вы все-таки еще не посмотрели тот ролик, то бегом по ссылке в описании. Что ж, Digital Extreme смогли в свои 5 минут квеста буквально запустить цепную реакцию пуканов по всему комьюнити. Что англоговорящее, что наше, постоянно то падает под стол, то ставит хэштеги по типу «верните мамку». Еще около года назад в ролике о Маргулис я выдвигал одну теорию. Теперь-то, я думаю, можно о ней вспомнить. Сначала я расскажу вам ту самую теорию, а затем дополню ее новыми деталями. Та теория гласит о том, что Лотос и Маргулис – это один и тот же человек. Это предположение объяснялось тем, что Маргулис при казни с помощью переноса заслали к владеющим разумом. Хоть и звучало это безумно, но то, что происходит сейчас, немного даже поддерживает эту теорию. Полную теорию вы сможете посмотреть по ссылке в описании, также там я приводил несколько аргументов в ее защиту. Но, как я и говорил, сейчас эта теория нуждается в дополнении и небольшом пересмотре. Итак, в квесте нам рассказывают о том, что Балласт не только участвовал в слушании и последующем исполнении приговора над Маргулис, но и был ее тюремщиком, скорее всего, так как та просила ее освободить. Во время появления Тенна и Варфрейма владеющие разумом уже существовали, и это накаляло обстановку. Вспомним диалог Маргулис и Балласа, где тот убеждал ее отказаться от Тенна, иначе ее постигнет казнь. Таким образом, изначально можно было сделать вывод, что раз Баллас предупреждал о казни, а затем Маргулис не отреклась от своих слов, то ее попросту казнили. Но вдруг это не так? Как я уже говорил, в прошлом Маргулис не казнили, так как, скорее всего, это и была милосердная смерть. А как и других Оркин или же Ордена Кариса, поместили не в свое тело. Но тут есть небольшая оговорка. Балласт любит Маргулис и думаю, чтобы сохранить ее и уберечь. Вместо того, чтобы помещать ее в другое тело, он предложил Совету Семерых создать шпиона. Да-да, мы все знаем, что НАТО не завершило последнюю часть плана по уничтожению всей Империи Оркин и Тенна. В квесте НАТО от Лотос мы слышим такие слова. НАТО была дочерью, пока я ее не уничтожила. Теперь я Лотос, теперь я мать. В связи с новыми подробностями это уже звучит по-другому. А что если Балласт захватил НАТО во время войны, но вместо того, чтобы уничтожить, как и Лотос, совместил обоих? Как бы говоря, поместил разум НАТО в Маргулис, тем самым создав Лотос. Впервые почему-то я решил загуглить о цветке Лотос, в честь которого и названа наша космомама. Так вот, в буддизме Лотос служит традиционным символом чистоты. Лотос рождается в мутной болотной воде, однако появляется на свет незапятнанным и чистым. А что мы видим в игре? Два запятнанных создания, по мнению Оркин, владеющие разумом и так, кто предает их. И после их слияния в одно существо, на свет появляется что-то новое и чистое, что способно положить конец раз и навсегда старой войне. Может быть, Лотос помогала Оркин изначально в войне с владеющими разумом. Может быть, она работала на два фронта, но после победы над сентиентами, Космомама вдруг обернулась против Оркин снова. Она приказала Тенну уничтожить их, и те подчинились, а затем она поместила их во второй сон. Скорее всего, как и Маргулис, НАТО хотела стать матерью или была не согласна с политикой владеющих разумом. Тем самым при слиянии этих двух разумов родилась Лотос, мать для всех Тенна. На что и указывает ранее сказанная мной цитата про то, что Лотос уничтожила НАТО, так как фактически так и есть. Потому что теперь не было ни НАТО, ни Маргулис, была лишь Лотос. Ну что ж, пока вы перевариваете эту часть теории, расскажу свое мнение о названии квеста. Начало отступничества. Многие сначала подумали, что говорится именно о настоящем, так как Лотос предала Тенна именно сейчас. Но вдруг это не так? Вдруг название отсылает нас к тому, что Маргулис предала Оркин и отказавшись от детей. Нам уже со второго сна рассказывают эту историю, а этот квест является завершающим в истории казни Маргулис. Ладно, скажу так. Нам рассказали или дали толчок к тому, какую жертву Маргулис принесла ради Тенна. Я думаю, вы поняли, в какую сторону я клоню и по поводу чего будет одно из следующих видео. Ну а сейчас продолжим разбираться с теорией про Маргулис и Лотос. Как мы уже разобрались, Лотос – это симбиот НАТО и Маргулис. Как бы от нас это не хотели скрыть в квесте Цепи Хару, который как неиронично нужен для открытия этого квеста. И теперь, посмотрев на то, что происходит в начале отступничества, можно истолковать все происходящее так. Балласт помещает в тело Маргулис разум НАТО и тем самым создает Лотос, который помогает выиграть войну. После победы над владеющими разумом, Лотос восстает против Оркин, так как все-таки разум Маргулис начинает давать о себе знать. После уничтожения Империи, Лотос помещает Тенна во второй сон. Проходит время, Тенна пробуждаются с амнезией и постепенно узнают о втором сне Маргулис и владеющих разумом.
Через какое-то время Тенна получает сообщение одного из цефалонов Лотос, или же от нее самой. Открывая его, Тенна летит на Луну и погружается в некую подголограмму. Причем сама же Лотос оставляет кусочки своего прошлого на пути к главному месту действия. Попав в ее покой, Тенна наблюдает, как Балос извиняется за то, что сделал с Маргулис. Но Лотос говорит, что она не та, за кого он ее принимает. На что Балос отвечает, что как и Маргулис, Лотос, а возможно он имеет в виду Нату, находится в заточении в этом теле. Освобождая ее от проводов, которые, как мы видели во втором сне, были вместе с Лотос, он отключает Нату от Маргулис и тем самым оставляет лишь одну из них. Маргулис снимает шлем, который, возможно, является последним оставшимся фрагментом Наты, так как тот по форме напоминает строение владеющих разумом, и уходит вместе с Балосом. На самом деле Тенна все-таки попал в покой Лотос, но то, что там происходило, было лишь проекцией. Он забирает шлем Лотос и относит его на корабль, ставя на какую-то платформу, излучающую энергию, возможно, нужную для подпитки Наты. Так почему же Лотос пошла с Балосом, несмотря на то, что он с ней сделал? И что будет после? Я думаю, что это я расскажу в следующем ролике. А теперь, если у вас появились какие-то интересные мысли, мне будет интересно увидеть их в комментариях. Также поставьте лайк и подпишитесь на канал. До скорого!